Здравствуйте, друзья! Хотел рассказать вам историю из кошмаров американской жизни. Вот вы видите у меня в руках рубашку. Вот рубашка, вот она, вот рубашка. Вот там, что тут? Томми Бахамас, да? Хорошая фирма, там все в приличном магазине куплено. То есть, куплено прямо перед отъездом. Первый раз я ее вот тут и одел. Одел, соответственно, в первый день две пуговицы как не было. Тут всего-то их, ну сколько их тут? Раз, два, три, 4, 5, 6 пуговиц. Вот из 6 пуговиц, значит, вот это уже пришили. И тут вот еще одна вот тоже отсутствует. Пришлось пойти купить специальный наборчик, друзья. Вы смотрите, купили специальный наборчик туристический, на корабле, к счастью, оказался, для возвращения пуговиц. А пуговицы непростые. Пуговицы, да, я покажу пуговичку. Вот да. Тут вот по периметру написано. Да, давай, давай покажу. Пуговичка, друзья, непростая. Тут действительно, сейчас я покручу. Вот видите, написано там, да, у нее надпись на торце там. Томми Багамос, там туда-сюда. То есть не то, что ее легко заменить. И вот Светлана пришивает, и у нас даже мысль о том, что вот нынешние поколения, это молодежи, они вообще в состоянии пуговицу пришить? Нет, конечно. Ну вот есть предположение такое, что может быть и нет. В Америке точно нет. В Америке, да. В общем, друзья, вот так вот путешествуешь-то, понимаете? Приличная фирма в приличном магазине из 6 пуговиц, 2 в первый же день ку-ку. Это ты еще не рассказал, как мы ее искали. Одна пуговица, Света, как нашли, потерялась. Это она потерялась. И мы знали, что она должна быть где-то здесь, но найти ее не да. могли. Нашли случайно. Нашли, она там под провод закатилась. Mm. В общем, это отдельная история, как найти потерявшуюся пуговицу. Но вот сам факт. Покупаешь брендовую вещь, а как будете покупать, значит... Проверяйте пуговицы. Проверяйте пуговки, да. И вот, друзья, хочу вам сказать, что мы отплываем от мексиканских берегов, и на мне все 6 пуговиц, друзья, 2 оторвавшиеся и пришитые, остальные Света укрепила. Я хочу сказать, эта рубашка теперь золотая. Мало того, что она брендовая, так она еще пуговицы пришиты кандидатом педагогических наук советским Светланой. И вот, друзья, чтобы все вы брали пример с героев нашего времени, которые умеют пришить пуговицу, случись чего.